Это был обычный день. Я заходил в PlayStation 4, чтобы поиграть в игры. И мне захотелось купить The Last of Us вторую часть. Мне про нее рассказывали, что там хорошая графика, хороший сюжет и хороший геймплей. Ну и мне захотелось ее купить. И я сразу зашел посмотреть ее цену. Цена не особо радует, но если учесть тот факт, что игра только вышла, можно и подождать. Но я у мамы гений, поэтому я придумал новый способ поиграть в The Last of Us в хорошем качестве. Так. Переворачиваем экран. Настройки и качество. Я продолжал смотреть геймплей, но мне это не нравилось. Я хотел поиграть в The Last of Us вторую часть. Поэтому есть очень действенный способ. Сейчас я вам его продемонстрирую. Мам, дай денег. Мама мне отказала. Короче говоря, Flow 2.